Выезжаю к вам, Барнаул. До встречи. Главное, у всех куртки в руках. У нас нет времени одеть куртки. Нет времени, да. Все, все с тобой. Сон вам только снится. Можно уже красиво вас всех поздравить со старым Новым годом. Пожелать всем самого главного – это здоровья, конечно же, счастья, любви. Надеюсь, что вы сегодня отдыхаете дома с семьей, семейный праздник, семейный день. Я вас люблю очень сильно и благодарна каждому, кто идет со мной по жизни. Я, ты, мы, с праздником. Ну, а я еду на встречу с вами в Барнаул. Скоро выйду к вам во всей красе. Вот она я. Очень люблю этот город. Я помню, 2 года назад, когда я сюда приезжала, в 21-м году, уже 3 даже, что-то невероятно творилось. Вообще, люблю эти края, людей. Так что скоро увидимся. И уверена, что вы мне подарите такую же любовь. Барнаул. В который раз убеждаюсь, что у нас с вами любовь просто на века, навсегда. Что сегодня было в торговом центре Джелакси, что сегодня было не только в магазине Литуале, что было на первом, на втором, на третьем этаже. Сколько вас, какие вы красивые, какие у вас глаза, сколько любви я получила от вас. Спасибо каждому, кто уделил сегодня мне время. Спасибо каждому, кто пришел, пожелал удачи, сказал мне, какая красивая, за ваши улыбки, подарочки. Дай Бог вам, чтобы все это вернулось 100 раз. Сейчас немножко приду в себя, нужно покушать, потому что я 2 сутки уже не ем. Все поставлю, все отмечу. Барнаул, one love. Лучшее просто. Всем, Оля, все сибирской души, мы благодарны вам, что вы к нам прилетаете. Мы с вами встречаемся 3 раз. В Ренесе, да. В Барнауле 2 раза и в Омске. В Омске, точно. Да, я вас помню до 2021 года. Вы же были. Спасибо большое. В следующий раз встречаемся, должно уже определиться, где. Да, хорошо. Новосибирске. А куда приехать в следующий раз? Новосибирск. Пишите вот в окошко, куда, где ждете. Свой день я начала просто с фантастического нового маникюра. Время сиять продолжается. Просто нереально. И все-таки еще елочки везде стоят. У меня скоро день рождения, поэтому могу себе позволить, мне кажется. Класс. Нашла своего мастера, наконец, Личка. Всегда к ней стараюсь записываться. Сделала ножки, ручки. Прям ярко и элегантно. Так что, девчулечки, имейте в виду, берите на заметку такой маникюр. Приве, любовь. Любовь – это когда ты не видишь подругу больше месяца и так занята, что не можешь увидеться с ней. А она переживает и поддерживает. Любовь – это поступки. Юлечка, люблю тебя. Какая красота, боже. Обалдеть. Патчи, шапка, шарф, пакеты. Сегодня прям еле встала. Уже не стала температуру с утра мерить. Выпила все, что можно на ночь. Надеюсь, все норм. Кто ради меня в свой выходной приехал, чтобы зубки мне почистить, моя любимая. Перед днем рождения? Да, обязательно, профилактика, но мы все посмотрели, зубки свои, это уход, гигиена, вот мы сделали чисточку, намазали какой-то вкусняшкой, еще мне Настя дала
хорошие зубные щеточки. Важно, чтобы щетина была, как ты говоришь? Тоненькая. Это, знаете, говорят, береги не только честь с молоду, но и зубки. Свои у меня. Все, побежала дальше. Ну что? Пунктуальность, вежливость королев. И королей. И королей. Приехала раньше времени. И успела даже заехать на гигиену зубиков. Что, массажик тогда придется делать себе волосик мне? И масочку. Сегодня длинный день. Такой у нас образ. Прямые волосы, акценты и смоки легкие, мои любимые. Мои хорошие, ставьте уведомления. 18 января в 23:59 выйдет мой новый трек «Нила». Не пропусти. 22:22. Загадываем желание, девочки, сразу после выступления на ВДНХ. Минус 15. На самом деле, ощущалось больше. Приехала к Ришке на капельницу, чтобы ни в коем случае не заболеть. Катюша будет мне сегодня делать. Тут работают все девочки-врачи с медицинским образованием. Витамин С обязательно, да? Да. Что мы еще сделаем сегодня? Поддержать иммунитет, восстановить силы. Да, и чтобы ни в коем случае не заболеть, потому что скоро у меня день рождения. Ну и параллельно, пока буду лежать, мы сделаем процедурку BBL, которая потянет личико, даст такую вот свежесть. Времени вообще на себя очень мало.